было очень заметно на вашу нацеленность на ворота. Скажите об этом и настрой на следующую встречу. Да, настрой такой же, как обычно. Боевой был всегда. И я думаю, каждый нападающий нацелен на ворота, чтобы забить гол. Ну, чуть-чуть не повезло. У вас были прям хорошие моменты, да? Да, были хорошие моменты. В большинстве попал в перекладину. Саша Кадекин вывел на бросковую позицию, Егор Чичков. Ну, надо забивать, моменты есть, нужно реализовывать. А вы вот замечаете, что есть какое-то празднование победы у Ежова, а у вас есть празднование гола? Нет, я просто на эмоциях что-нибудь делаю, и все.